Рассмотрим тему «Свойства измерения углов». Каждый угол имеет градусную меру больше нуля. Угол АОБ имеет градусную меру, и градусная мера больше нуля. Развернутый угол, градусная мера развернутого угла равна 180 градусов. Равные углы имеют равные градусные меры. И градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается внутренним лучом. То есть градусная мера угла BAC равна градусная мера угла BAD плюс градусная мера угла DAC. Мы рассмотрели свойства измерения углов.